Впервые Екатерина Койнова взяла в руки ракетку в первом классе. На секцию девочку привел папа, просто посмотреть. Попробовала, понравилось. Правда, получаться стало не сразу, вспоминает Катя. Бывали даже моменты, когда хотела бросить этот вид спорта. Это вызывает то, что вот, ну, начинаешь там проигрывать, у тебя вызываются такие мысли. Потом я с этими мыслями собираюсь и больше не хочу бросать этот свой спорт. Помимо спорта, Катя занимается танцами. Говорит, на отдых времени практически не хватает. На тренировки по настольному теннису девочка ходит ежедневно, занимается и по выходным. Именно благодаря упорству и труду девочке удалось достигнуть высоких результатов, уверен тренер. У нас был отбор в Новосибирской области. 10 человек отобрались на город Абакан. Из них двое участников были с города Искитима. Это Койнова Катя и Чебаков Кирилл. В возрастной группе 2009 и младшие. Они отобрались в город Абакан и прошли соревнования в городе Абакане по этому возрасту с 7 по 10 апреля, где 6 человек попадали, был отбор на чемпионат России. И Койнова Екатерина отобралась на чемпионат России. Раньше искитимцам никогда не удавалось принять участие в чемпионате России по настольному теннису. Соревнования пройдут в конце мая. Сейчас Екатерина к ним готовится и рассчитывает попасть в тройку победителей.